Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигретки. Сегодня с вами снова я, тигрет Надя. И давно у нас не было видеороликов про Тигр Мэйл. Да, тут вот довольно-таки много писем накопилось, но было еще больше, просто я уже на все такие более-менее простые письма ответила, там, где было только письмо и открытка, например. Вот, и остались такие вот более-менее насыщенные письма из последних пришедших, где есть интересненькое, что можно показать. И вот одно письмо, на которое я вчера уже отправила ответ. Это письмо из Великого Новгорода. Это уже второе письмо и уже второй мой ответ отправленный. Первое почему-то я решила не выкладывать. Не знаю почему, я уже снимала один Тигр Мэйл. И как раз таки там было про все такие простые письма. И потом почему-то я удалила видео и письмо уже все разобрала, убрала по дневникам, там разложила все, и поэтому покажу только вот это. Это из Великого Новгорода, из моей родины. Здесь просто потрясающее письмо большое и открыточки, которые я собираю. Это зеленая аптека. Я очень люблю открытки от зеленой аптеки, поэтому для меня они особенные. И это уже третья открыточка, которую дарит мне Катюша. Такие вот они классные, красивые. Так что такое вот письмо. Потрясающие открыточки пойдут в мою коллекцию. Так, далее у нас письмо от Вероники из Сыктывкара. Сейчас посмотрим, что у нас тут. У нас тут идет чаек ТС. У нас здесь идет такая вот карточка с котиком. У меня, кстати, много разных видов таких карточек, но с котиками нету. Очень классный и очень сильно похож на мою кошечку. Потом здесь идет такая наклейка с цветами. Затем здесь идет лист наклеек. Ух ты! Это из моего любимого Mail Art Inspiration. Там такие наклейки, они продают это для handmade работ. Но для моего дневника просто будет идеально. В виде таких декоративных скотчей, коротеньких, но на самом деле очень классно оформлять разные заголовки или просто разделять текст на страницах. Так, идет само письмо, и в нем еще одна наклейка вот такая. Congratulations. То есть поздравляю. Кажется, здесь. А, в письме есть еще что-то. Какая-то наклейка. Такая с таторкой. Да, само письмо на два листа. Так, я немножко тут запуталась, высыпала сразу все. Вот такая маленькая наклеечка с цветочком. Очень классно будет ее куда-нибудь вклеить. Затем вот такой листок наклейки. Тут, в принципе, да, тут одна наклейка. И вот эти цветы можно тоже вырезать, будут наклейками. Очень классные. Очень классные слова, прям прелесть. Можно даже на ноутбук наклеить. Далее идут офигенные стикеры, раскраски, которые просто поразили меня. Я такие еще не видела. Точнее, от этой фирмы я не видела. Он называется Book Friends. Здесь на тематику путешествий. И для меня это прям вот в самый-самый раз, потому что я уезжаю в мини-отпуск. И как раз-таки в свой дневник буду вклеивать вот такие вот наклеечки, типа цветочка, чайничка, кет, машинки, потому что мы на машине едем путешествовать. Вот это подойдет, это больше похоже на Питер. Это у нас Москва. Разные-разные, когда птичка здесь такая. Очень классная, очень пригодится. Спасибо большое. И последнее, что меня поразило, я не видела такие стикеры никогда. Посмотрите, как они оригинально сделаны в виде такой сумочки. Здесь очень классные такие объемные наклеечки, мягенькие, как зефирки. И Элен, посмотри, здесь жирафики есть. Очень классные, их тут даже три. Да, раз, два, три жирафика. Да, очень классно, очень прикольно. Далее идет вот такое вот письмо из Молдовы. От Софии, с которой мы переписываемся уже давно, с начала этого года. Но это вроде бы третье или четвертое письмо всего лишь за год. Очень красиво она рисует. И внутри была с письмом вот такая вот открытка Тирасполя. Очень красивая.
Далее от Ярослава из Украины долгожданный ответ в виде такого вот фолдера, кажется, здесь или здесь просто у нас, наверное, просто конверт такой самодельный, очень интересная бумага, такая приятная. Ты чудо, заглядываю вовнутрь. Спасибо большое. Очень мило оформлен конверт. Счастливому получателю. Вообще так классно сделано. Тут такой зайчонок. Такие зефирные. Даже не зефирные, резиновые наклеечки. Они очень приятные на ощупь. Они так продавливаются. Здесь чай Алаказай. Кажется, это у нас что? Эрл Грей. Давайте посмотрим, что внутри. Тут такой тортик. Ух ты. Прикольно. Здесь такие котики. Доставать нужно здесь. Хорошо. Так. У нас тут наклеечки с котиками. Такая русская голубая. Собачка и цветочек. Ага. Я думала, с котиками все. Очень прикольные. Мне вот это нравится очень сильно. У нас там идет дальше. У нас идет такая вот открытка. С шарпеями. Очень такая прикольная синяя открыточка. Да, здесь идет описание шарпея. Далее идет само письмо. Ух ты! Ух ты! Здесь идет шарик. Причем я такой шарик не видела еще. Он металлический. Как вы видите, не матовый, не глянцевый, а металлический. Прям по цвету моих ногтей, да? Прикольно, мой любимый цвет синий. Спасибо большое. Также внутри был вот такой вот отрез с драколом бабочки. Очень милые. Затем были такие вот две записочки. Вопросы для Анкиты, мои бумажные друзья. И такое совсем короткое письмо. Ну прям совсем короткое. Очень жалко, что оно такое маленькое. Я все-таки переписываюсь в ряде больших писем. Вот, и поэтому немножко даже обидно, что оно такое короткое. Далее идет вот такое вот красивое письмо. Точнее, конверт. Потрясающе оформленный. Все это отдельно сделано, приклеено здесь. Очень красиво. Интересно, вот это вот печатной машинкой сделано или штампами? Очень-очень красиво. Это у нас от Анастасии из Челябинска. У нас здесь идет письмо. У нас здесь идет письмо. Это уже ответ на мое письмо. Я очень рада, что он так быстро пришло. Очень-очень рада. У нас здесь идет открытка. Ух ты. Это Петергоф. Посмотрите, какой он красивый. Потрясающе, правда? Очень красивая открытка. Спасибо большое. И идет вот такой вот конвертик. Приятные мелочи. Сначала я подумала, что здесь чай. Ну, давайте посмотрим, как он, где он здесь открывается. Вот здесь, по-моему. Так, ух ты! У нас тут Дисней. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть такого интересного. Как я вижу, здесь все интересное. Крафтовая бабочка такая. Очень красиво, посмотрите. Потрясная. Затем у нас, что здесь идет? Здесь у нас цитата про розу. И не только. Что значит роза есть роза, есть роза, есть роза? Что вещи всего лишь то, чем они являются. И роза есть роза. Есть роза. Вот так вот. Про розы. Минутку философии. Мой перевод очень красиво. Как я понимаю, это действительно печатная машинка. Очень, очень классно. Спасибо большое. Так, у нас здесь идет Золушка. Здесь идет принц Золушки. Потом это у нас что? Это у нас наклейка или просто карточка такая скользкая. Скотчем, по-моему. Да, скотчем. Да, это самодельная наклейка. Тыковка.
туфелька и мышонок. Далее идет долгожданный ответ от Влады. Просто я очень-очень-очень ждала от нее ответа. Я уже думала, что Влада мне не ответит, но вот наконец-таки пришел ее ответ. Я никак не могу наглядеться на эту сову. Она так переливается красиво. Здесь просто белый конвертик. Вот. Влада, как всегда, прислала фолдер. Я очень рада, на самом деле, что она прислала фолдер, потому что я мало с кем переписываюсь фолдерами, да, и вот таким вот действительно настоящим мейл-артом. Это прям для меня возможность отвести душу, и это очень приятно. Так что вот такой вот красивый у нас здесь первый разворот с такой девушкой-совой. Открываем, и внутри вот такое чудо. Просто чудо. Смотрите, здесь идет такая очень красивая намотка скотчей. Особенно вот этот цвет просто потрясающий. Здесь вот так вот сделаны, как видите. Вот, это у нас перламутровый скотч. А здесь у нас стежек самодельный. Все выдержано в одной тематике, в одной гамме. Очень красиво. Смотрите. Прям какие-то времена Джейн Остин. Такая бабочка здесь перламутровая. Очень красиво. Я все поражаюсь, какие красивые драколы бывают, да, и отрезы, вот ножниц. У меня таких нет, поэтому я пока только восхищаюсь. Вот так вот здесь оформлено. Здесь у нас идет письмо и идет такое потрясающее розовое перо. Я никак тоже себе не куплю перья, чтобы тоже высылать своим собеседникам. Вот так вот выглядят с этой стороны наши скотчи. На такой вот красивой карточке. Просто потрясающий. Посмотрите, как красиво. Все в одном стиле. Так, далее здесь идет самодельная открытка. Куда интереснее и красивее, чем покупная. И намного-намного ценнее. Посмотрите, как красиво и оригинально. Затем здесь идет мини-гербарий, которым я восхищена. И не могу никак наглядеться, все думаю, куда же мне его приложить, положить или повесить. Потому что я мечтаю тоже сама делать такие вот гербарии. В скором времени начну, осталось только купить вот такую вот пленочку. Очень красиво. Идет конвертик. Посмотрите, какой красивый конверт. С птичками тоже здесь такая салфеточка. У нас здесь, ух ты, перышко. Смотрите, какая милая прелесть. И наклеечки. Самые разные. Я так люблю запах наклеек, что просто невозможно не радоваться. Такие вот попугайчики здесь есть. Очень люблю птичек. И для меня эти наклеечки очень пригодятся. Такой вот желтенький. Кокодушка. Кокоду. Потом волнистый попугайчик. Кстати, всегда хотела вот такого вот попугая. Я уже даже забыла, как он называется. Ух ты. Очень красиво. Перышко. И вот такие маленькие наклеечки с бабочками. Кстати, вот такие наклейки я никогда не могу найти у нас. Я даже не знаю, где они продаются. Что вот такой вот потрясающий фолдер, на который я никак не могу наглядеться, который просто радует меня каждый раз, когда я держу его в руках. И все такие оттенки очень приятные, очень-очень красивые, милые, нежные.
Хочется, не знаю, съесть это все как маленький тортик. Или хочется позвать друзей и устроить чаепитие где-нибудь в саду. Большое спасибо, жди от меня ответ. Надеюсь, мой ответ не подкачает. И последний конверт у нас идет от Penpal Foxy. Обязательно посмотрите Инстаграм. Этот девушка делает потрясающие работы, тоже очень классная, очень интересная. Такой красивый конверт, такая бумага, классная, упаковочная, наверное. Вот так вот выглядит здесь у нас флипбук, наверное, называется это больше. Дорогой Надюша, от всей души. Вообще потрясающе. Опять же, тематика чаепития, как я уже сказала, прям хочется чаечку выпить. Позади все выглядит вот так вот, только вот здесь отклеивается скотч. Все-таки этот скотчик бумажный, он не для таких работ, так как у него не такой сильный клей, либо надо было приклеивать еще одним скотчем, как делаю я, тогда ничего не отклеивается. Это вот на будущее тем, кто будет тоже делать подобные работы. У меня уже проверенный опыт, потому что тоже как-то отсылала, все разваливалось по первой, да, в свежести. Вот, поэтому лучше еще раз проклеивать дополнительным скотчем. Пусть будет, ну, поменьше отрез, например, но он будет крепче держать все. Итак, внутри у нас вот так вот. Здесь у нас два чая. Вот, вот этот очень классный чай, на самом деле. Красиво, прям прелесть. Очень красиво. Посмотрите, какая бумага потрясающая. Так, здесь у нас идет само письмо. Да, только оно немножко у нас приклеилось. Вот. Письмо. Кажется, на два листа. Да, на два листа. И тоже вот оно прям склеивается каким-то клеем. Так вот здесь красиво выглядит рамочками. Итак, вот когда мы открываем, изнутри все выглядит вот так. Здесь такая карточка, которая тоже, вот как видите, отклеивается. Дом наполнен мечтами. Минуты счастья. Очень классная карточка. Сейчас мы обязательно вот это посмотрим. Но сначала мы посмотрим вот этот вот кармашек, который я уже открыла. Сейчас мы будем с вами здесь все вытаскивать и смотреть. Итак, у нас здесь вот такие вот мелочи разные для счастья. Давайте посмотрим. Такие вот вырезки из журналов с цветами. Такая вот наклейка с гольфом. Очень тоже прикольная ретро. Такой вот рисунок, вырезка из журнала. Затем вот такая вот картинка. Азиатское чаепитие. Затем такая картина. Потом такая. Такая. Не помню, как автора зовут, но такие картины, когда только появились в интернете, прям все их постили, я помню. Затем идут вот такие вырезки из скрап-бумаги. Вот еще, кстати, вырезка, да. На тематику русалочки, как я понимаю, да? Ну, морских обитателей. Такие вот классные. Очень красивые рыбки. Моя любимая цветовая гамма. Такая вот русалка. Милый дом. Затем такие вот пуговки. Такой вот отрез бумаги газетной, декоративной. Очень пригодится. Затем вот такой вот, как назвать, вырезка. Да, вот такая вырезка с цветами. Затем идет вот такой вот тег. Любимый дом. Так вот он выглядит, самодельный. И вот такие две намотки прикольных скотчей. Здесь все ПВХ и один бумажный, очень красивый. Ну, это, по-моему, вот этот вот скотч. Да, очень красиво.
такие вот летние скотчи. Последнее, что я хотела показать, это вот этот вот отдел. Никак не могу вытащить его. Который меня больше всего поразил. А, вот еще одна пуговка. Вот она, фиолетовая. Очень красивая бумага вот эта. Очень классная. Такие ленточки здесь они еще. Это то, что здесь 50 оттенков серого. Здесь в основном Дакота. Очень люблю Дакоту. Она такая красивая. Да, из журнала здесь вот Вельски. Вот так вот видно. Потом здесь вот такая вот фотография Дакоты. Тоже очень красивая. Такая. Как раз буду делать у себя в дневнике разворот. Мне очень пригодится там с Кристианом, с Джейми в образе. И вот. В виде такой полароидной вырезки. И последнее, это вот такая вот классная русская открытка с матрешками. Очень прикольная такая оригинальная красивая открыточка. Oil Cars. То, что вот так вот. Такая вот на сегодняшний день почта очень насыщенная, очень такая творческая, классная. Поднимает настроение. Спасибо всем большое. Ждите от меня ответ и до новых встреч. Пока-пока.